Восточную часть Югры за выходные буквально завалило снегом. Он начал идти в субботу вечером и за пару часов перерос в метель. За сутки Нижневартовск накрыло снежным покровом в 12 сантиметров. Дальше – больше. Горожане лепили во дворах снеговиков, а вот коммунальщикам было не до веселья. В ночь субботы на воскресенье дороги расчищали 16 машин. В воскресенье работы продолжили, но несмотря на принятые меры, утро понедельника для горожан выдалось нелегким. Из-за минусовой температуры дороги и тротуары сковал гололед. Так что и сегодня снежная уборка продолжилась. Мы, в общем-то, были готовы к выпадению осадков. Но, несмотря на все приготовления, да, мы были немножко удивлены, потому что за эти выходные выпало 18,6 сантиметров снега на улично-дорожную сеть нашего города. Если взять статистику, то среднемесячная норма выпадения снега 14,5 сантиметров. То есть мы сами видим, что за два дня выпало больше месячной нормы осадков. Сегодня в настоящее время работает на уборке снега 27 единиц техники. В ночь также будет 27 единиц техники. И при необходимости планируется вывоз снега уже в ночной период времени. То есть в день мы сейчас не вывозим пока.